Педагог городского дворца детского и юношеского творчества Любовь Черных вышла в финал Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». Тагильчанка является руководителем изо-студии «Колорит». Из 1000 участников она попала в число 85 лучших мастериц страны. Ей удалось поразить жюри уральскими розами, а также копиями картин Альфонса Мухи и Зинаиды Серебряковой на подносах. Нижний Тагил Любовь Черных представит в финале фестиваля в Казани 29 и 30 сентября.